сегодня перерастает в политическую площину. Он сегодня больше напоминает ситуацию, когда вот обращение Гречкосеева из фракции «Бьют», который в помине не предусмотрели, то, чтобы обеспечить, засеять 300 тысяч гектар площадей, как это делалось традиционно в Украине, а было засеяно только 198 тысяч. Мы реально понимаем, что изначально был заложен дефицит этой культуры. Понятно, что государству необходимо в конечном итоге следить за тем, чтобы на продовольственном рынке не было колоссальных перекосов и дефицитов. Мы призываем, безусловно, поддержать эту норму, уменьшить ввозную пошлину для того, чтобы насытить рынок и обеспечить продовольствием данной культурой наших граждан. Но я бы хотел сказать другое. Безусловно, сложно удержать рынок, когда, например, соседи в Беларуси гречка стоит килограмм 45 гривен на пересчет, в России 60 гривен на пересчет, и понятно, что определенный вывоз культуры происходил все это время. Но я бы хотел сказать другое. Не буду вдаваться в историю, откуда попала на Украину гречка, то ли с Греции, то ли с Гималаев, или это действительно азиатская культура, но мне бы хотелось просто обратиться к фракции «Бьют», которая в конечном итоге несет ответственность за то, что начинала сеяться в прошлом году. Прямую ответственность, поэтому я обращаюсь к вам с призывом того, чтобы удерживать баланс на продовольственном рынке в отношении гречки. Воздержитесь, пока употребляете эту культуру, до будущего урожая. Спасибо.